Здравствуйте! В этом уроке я покажу, как слепить реалистичные киви из полимерной глины. Для разрезанных фруктов нам понадобится 4 цвета. Сначала смешаем самый темный. Для него я беру кусочек шоколадного и небольшой кусочек черной полимерной глины. Получаю темно-коричневый оттенок. Далее к полупрозрачному добавляю немного белого и по капле зеленого и желтого цвета. Таким образом получаю самый светлый. Следующий оттенок я получаю путем смешивания полупрозрачного и оливкового цвета полимерной глины. Это оттенок номер 3. И для четвертого оттенка я беру полупрозрачный, каплю салатового и небольшой кусочек оливковой полимерной глины. Так я получаю цвет номер 4. Из темного цвета, это цвет зернышек киви, я катаю небольшую толстую колбаску и оборачиваю ее пластом из глины темно-зеленого цвета.